все равно нужно все через себя пропустить. Приходите в субботу. Чего вы по субботам не приходите на семинары? Там японцы очень интересные вопросы задают. Да, Саня? Видели, да? Раз, и у него не свернул от того, что хотел. Ну, вот то же напряжение, которое же он мне пытался дать. Но только вот сейчас за мелкую материю, за его пальцы. То есть они в таком, видите, в неудобном положении. Видите, когда он выравнивался, я же пошел спасти свои пальцы, это кандидат. Держал, всем держал. Теперь он прижал здесь руку, чтобы пальцы не потерять, схватил, а там другой капкан. Понимаете, нет приема, все время разное, все время от ситуации. Все обманывает. Какой прибал теперь? Да он же меня обманывает. Ну, мне кажется, вот нашел, куда упереться. Видели, да? Ну, хоть понимаете? Вот, а это вот то, что тайчи пытаются преподавать люди. Вот, ну, как бы такая. Но там точно не силой работать. Не все силы, не увидели где-то. Там немножко что-то другое, да? Непонятно. Ну какой там у них цвет? Сальце, месце. Что ты чувствуешь? Ну вроде собрал. За счет движения, да, выстраиваешь. И ну, вопрос такой. Для чего вообще руки выкручивают? Чтобы поменять форму тела. Да. Если ты ее меняешь, возвращаешь обратно, то у тебя и сила приходит. Понятно? Я это понимаю, но донести. Да, вот, донести. Возвращается как бы. Ну, бывает, что за счет своего тела обойти напряжение, которое тебе дает, помнишь? То есть руку выворачивают. Ее же выворачивают в нескольких местах. Здесь, в локте. Понимаешь, и ты, когда меняешь форму тела, так, возвращайся обратно в то же положение, которое вот ты был. Потом, когда ты уже знаешь эту чувствительность, когда приходит, ты уже не запускаешь далеко в тело. Можешь ее здесь брать. И здесь же оставишь, да, в руке. Конечно. Это понятно, но это же надо практику ввести. Конечно. Да, сначала не боись, не боись. Ага. Сначала нужно же, конечно, запускаешь в себя, чтобы у тебя все тело запомнило, что оно происходит.